Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажами новостроек в Рязани. Сейчас нахожусь рядом с жилым комплексом «Достояние». Корпус уже сдан, заселен. Просто хочется самому посмотреть и вам показать, как строит застройщик «Мармакс». Смотрим. Так, ну смотрите, сейчас я нахожусь рядом с жилым комплексом «Достояние». Это сданный дом застройщика «Мармакс». Хочу вам показать фасад, вообще все, что происходит вокруг, как этот застройщик строит дома. На мой взгляд, круто, классно и очень интересно. Вот смотрите, на первых этажах магазины. Магазины с высокими потолками, с высокими витражными окнами. Вот тут все в плиточке. Даже вот машины стоят на плитке, не на асфальте. Такие вот газончики интересные. Зеленит территорию. Вот смотрите, все это. Ну вот этот в данный момент дом находится в центре Рязани, тут рядышком. А так, по большому счету, от застройщика «Мармакс» много сейчас предложений в Рязани. Там и жилой комплекс «Голландия». И вот рядом сейчас начинает строительство жилой комплекс «Манхэттен». То есть квартиры с высокими потолками, не знаю, там с такими же классными фасадами, а может быть даже лучше, с каждым разом что-то там улучшается. Поэтому я думаю, что на квартиры, на недвижимость этого застройщика стоит обратить внимание обязательно. В любом случае узнать там цены, планировки, почему бы нет, люди ищут квартиры, там цены сейчас у нас все недешево, и в принципе можно купить недешево и хорошую квартиру, почему бы и нет. Поэтому, ну, советую всем обратить внимание на этого застройщика. Ну, обращайтесь, я вам чем могу, тем помогу. А вот смотрите, как классно, мне вот очень нравится. Ну, все, рассказал. Так, ну, показал вам фасад дома, на мой взгляд, очень интересно, привлекательно. Нужны квартиры от застройщика «Мармакс» в Рязани, консультация, там планировки, цены. Звоните мне по телефону 8-910-973-33 или пишите вайбер в WhatsApp. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Внизу в комментариях оставлю ссылку на сайт с ценными планировками застройщика «Мармакс». Пожалуйста, ознакомьтесь, если интересно. Также оставляю ссылку для подписки на канал «О недвижимости». Подписывайтесь, ставьте лайк. Ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.